Привет. Привет. Ну что, опять в телефонах сидите? Ну да, что нам еще делать? А можно было во что-нибудь поиграть, кроме телефонов? Не, это скучно. А если я найду для вас что-нибудь интересное? А нам это не интересно. Вы уверены? Да. Да. Спорим? Спорим. У меня есть игра «Нечто из глубокой бездны». «Нечто» — это настольная игра для больших компаний, которая проверит вашу интуицию, находчивость и крепкость нервов. Разыгрывая и обменивая карты, вы будете пытаться вычислить игрока, которого проботило таинственное нечто. Эта игра очень похожа на мафию, но вместо одной карты игрокам раздается 4. Ход состоит из 3 фаз. Первая фаза – это нужно взять карту из колоды. Далее выполняем задания, указанные на карте. У меня задание – посмотреть карты на руке соседнего игрока. Понятно. И эта карта сразу же сбрасывается. Третья фаза – это ты должен из своей руки поменяться картой со следующим игроком. Далее ход переходит к следующему игроку. В атмосфере абсолютной паранойи вам предстоит заколачивать двери. Но однажды вас могут заразить. Вы будете в другой команде сеять панику и хаос, помогая зловещему щупальцу побороть человечество. Вам понравилась эта игра? Конечно. Да, очень. Тогда участвуй в нашем интерактиве и забирай эту игру.